Как составить приглашение с дополнительными пожеланиями? В свадебном приглашении или на сайте есть не только основная информация о будущем торжестве, но и пожелания пары. Дополнительный текст в приглашении поможет избежать неловких ситуаций. Расскажу, как лаконично донести информацию до гостей так, чтобы вас услышали. Как указать спутницу или спутника гостя, если вы пока не знакомы? Если гость не состоит в длительных отношениях или браке, то приглашать его вторую половинку не обязательно. Адресуйте простое именное приглашение. Гость поймет, что вы хотите провести этот день только среди близких людей. Но если вы хотите сделать вежливый жест и пригласить друга с парой, то добавьте знак «плюс один» или «гость». Если вы уже знакомы со второй половинкой вашего гостя, то укажите его или ее имя или сделайте несколько пригласительных. Например, одно для друга, а второе для его спутницы. Свадьба с детьми или без? Если формат свадьбы не предполагает детей на торжестве, укажите это. Отправьте именные пригласительные, например, «Дорогие Мария и Александр». На свадебном сайте приглашений добавьте знак 18+ или «No kids». Напишите в пригласительном, что в ресторане нет дополнительного помещения для детей, и вы не сможете позвать на торжество аниматора или няню. Например, «К сожалению, в ресторане нет возможности пригласить аниматоров, чтобы занять маленьких гостей. Пожалуйста, продумайте заранее, с кем оставить ребенка на праздничный вечер». Помните, что в этом случае не должно быть исключений. Получится неудобно, если на свадьбу придут родственники с маленькими детьми. А если вы хотите позвать малышей на торжество, позаботьтесь об их досуге. Например, выделите отдельный стол и пригласите няню и аниматора. Сообщите об этом семейным парам с детьми в тексте. Ждем и маленьких гостей. На торжестве будут аниматор и няня. Чтобы не перегружать печатное приглашение обилием текста, укажите дополнительные пожелания на сайте приглашения. Гость перейдет с открытки на сайт с помощью телефона и IQ-RCVP-кода. Мы создали систему, которая поможет вашим гостям быстро и удобно подтвердить присутствие на празднике и прочитать всю информацию на сайте. Достаточно навести камеру телефона на IQ-RCVP, и система сразу перейдет на сайт приглашения. Варианты печатных приглашений с IQ-RCVP и сайтов приглашений вы можете посмотреть на вейдинг-пост. Подарки. Как попросить гостей подарить деньги? Для сноски о пожеланиях подойдет свадебный сайт, который поможет вместить больше информации, чем бумажное приглашение. Будьте аккуратны в формулировках. Поделитесь с близкими планами, куда пойдут подаренные деньги. Как это сказать? Например, напишите «Наша мечта – поехать в Грецию, и ваш конверт поможет осуществить эту мечту». Или «Мы нашли домик нашей мечты, поэтому будем очень признательны, если вы внесете вклад в бюджет молодой семьи». Вашим гостям будет приятно поучаствовать в осуществлении мечты молодоженов. Подарок вместо цветов. Дарить пышный букет на свадьбу – это уже традиция, но если вы сразу уедете в медовый месяц, то гости потратят деньги впустую. Объясните им эту причину и предложите альтернативу. Например, в некоторых странах принято вместо цветов дарить книги или хороший алкоголь. Как вы можете об этом написать? Сразу после торжества мы уезжаем в свадебное путешествие. Будет отлично, если вы замените живые цветы бутылкой вина, книгой или букетом сухоцветов. Без криков «горько». Многие пары отказываются от криков «горько». Вы можете заменить их чем-то оригинальным, например, раздать гостям колокольчики или попросить совсем не выкрикивать эту фразу. Например, это можно сказать так. «Мы хотим создать атмосферу семейного, уютного праздника, поэтому будем благодарны, если вы воздержитесь от криков «горько». Свадьба без телефонов. Это новый тренд и призыв прочувствовать важные моменты. В такой важный день хочется видеть радостные лица гостей, а не бесконечное количество камер. Если вы хотите, чтобы свадьба прошла без гаджетов, укажите эту информацию в пригласительном. Объясните, что на торжестве будет профессиональный фотограф, который сделает снимки с гостями. Можно написать так. Просим вас в этот вечер забыть о своих мобильных телефонах и наслаждаться атмосферой. О красивых фото позаботится наш фотограф. Надеюсь, наши советы помогут вам составить текст приглашений.
Создавайте свадьбу будущего уже сегодня с онлайн-конструктором weddingpost.ru.